Всем доброго времени суток. Вы на канале Ну что, свяжем. Я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать и новичков на своем канале, и всех подписчиков. Спасибо за ваши комментарии, за ваши отзывы. Я сегодня к вам с новыми ниточками, с новым узорчиком. Ниточки, к сожалению, я не помню название. Ниточки уже были у меня эти. И единственное, что могу сказать, что это хлопок. Потому что что-то вязала летнее я этими ниточками. И подобрала крючок я под толщину данных ниточек крючок номер два. А, крючок номер три смотрелся бы рыхло, я уже попробовала. Поэтому я беру двоечку, вы берете в свою очередь любую пряжу, узорчик универсальный, берете крючок соответствующей пряжи. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика 18 петелек, аж целых 18 петелек. И я решила в силу того, что ниточка тоненькая, крючок тоненький, сделать три рапорта. Да? Я буду набирать 54 аж воздушные петельки и дополнительно еще одну петельку, для того, чтобы узорчик красиво закончился. Я буду набирать 55 воздушных петелек, а вы смотрите, как вам будет удобно. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. И при наборе петелек мы не считаем. А теперь я набираю 55 воздушных петелек поехали раз два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 и 55. Вот. Потому что данный узорчик, мне кажется, будет очень хорошо смотреться, когда будет много рапортов. Итак, далее. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Аккуратно отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид, ныряем в пятую петельку и провязываем столбик с накидом. Так я делаю во многих узорчиках так что для вас это не в новинку и провязываем каждую петельку каждую петельку провязываем столбиком с накидом новичкам будет намного удобнее дальше провязывать узорчик узорчик ажурный и нужно будет пропускать много воздушных петелек и чтобы не запутались в воздушных петельках я планирую как бы и предлагаю провязать столбики с накидом мимо столбика с накидом вы точно не пройдете не ошибетесь итак Провязывайте в каждую петельку столбик с накидом сами себя контролируйте. Если я набрала 55 воздушных петелек, у меня должно получиться 55 столбиков с накидом, ни больше, ни меньше. Не забываем, что первые три петельки подъема, это имитация столбика, считаем за столбик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять столбиков я уже провязала. Давайте, и вы также вместе со мной до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Договорились? Несложно. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот аккуратненькая дорожка получилась. Далее приступаем непосредственно к узорчику. Одна воздушная петелька, поворот, и сюда же, в этот же столбик, мы провязываем столбик без накида. Далее будьте внимательны. Делаем 7 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В столбиках пропускаем 8 петелек. Итак, считаем. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в девятый столбик, вот в девятый столбик, делаем накид и провязываем 2 столбика с накидом. Раз столбик с накидом и сюда же 2 столбик с накидом. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3 Возвращаемся сюда же и провязываем опять 2 столбика с накидом. Раз и сюда же 2. У нас получился вот такой вот интересный маленький конечно веерочек да вот с такой вот арочкой дальше что мы делаем опять 7 воздушных петелек раз два три 4 5 6 7 пропускаем 8 столбиков раз два три 4 5 6 7 8 в 9 столбик нырнули и провязали столбик без накида угу. Вот. дальше будет повторение опять делаем 7 воздушных петелек вот такой веерочек 7 воздушных петелек столбик без накида давайте еще раз раз два три 4 5 6 7 7 воздушных петелек а столбиков 8 раз два три 4 5 6 7 8 и в девятый столбик делаем накид провязываем 2 столбика с накидом Раз, сюда же 2 и 3 воздушные петельки 1 2 3 и опять сюда же вернулись и провязали еще два столбика с накидом 1 и сюда же 2 опять делаем 7 воздушных петелек 1 2 3 4 5 6 7 пропускаем 8 столбиков раз два три 4 5 6 7 8 и в девятый столбик без накида. И так далее до конца вашего образца или вашего уже изделия. Да? Вот, провязываем до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот наша первоначальная красота готова. И закончили мы, получается, точно так же, да? Столбиком без накида, вот в 3 петельки подъема. Далее делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И здесь мы будем делать 5 воздушных петелек. Еще по узорчику дополнительно. Раз, два, три, четыре, пять. То есть в начале ряда мы с вами набрали 8 воздушных петелек. Дальше смотрите внимательно. Накид. Вот у нас наш верочек. Первый столбик, да? Вот верхушку первого столбика нырнули, провязали столбик с накидом. Есть. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. И смотрите. Вот мы ныряем нашу, получается, арочку, да? Вы можете непосредственно нырнуть в варочку и провязать столбик с накидом. Я хочу, на многих узорчиках я показывала, да, что аккуратнее будет, если вы прям в петельку, если есть возможность, да, позволяет крючок, пряжа, глаза прямо в петельку и провязываем столбик с накидом. Раз, угу. далее три воздушные петельки, раз, два, три. Возвращаемся сюда же, в эту же петельку и делаем еще один такой же столбик с накидом. У нас получается вот такая вот как бы рогаточка. Понятно? То есть вот в центре рогаточка. Дальше делаем опять 2 воздушные петельки. Раз, два. И столбик с накидом провязываем вот в последний столбик веерочка предыдущего ряда. Вот. Должна получиться вот такая вот картина. То есть был веерочек, да, 4 столбика. Здесь получается тоже 4 столбика сохраняются, но между первым и вторым 2 воздушные петельки, в арочке 3 воздушные петельки, между третьим и четвертым тоже 2 воздушные петельки. Угу. Идем дальше. Делаем 5 воздушных петелек 1, 2, 3, 4, 5. И присоединяемся к нашему столбику, который был без накида предыдущего ряда, но провязываем в верхушку этого столбика столбик с накидом. Вот понятно дальше будет только получается повторение опять 5 воздушных петелек раз два три четыре пять провязываем самый первый столбик столбиком с накидом две воздушные петельки раз-два я ныряю в петельку вот в арочке вы можете в арочку в самого вот так вот провязать А можете так же, как и я в петельку но есть что так будет аккуратнее столбик с накидом раз-три воздушные петельки вернулись сюда же провязали столбик с накидом 2 2 воздушные петельки и в последний столбик предыдущего получается нашего ряда последний столбик веерочка столбик с накидом вот такая красота опять 5 воздушных петелек 1 2 3 4 5 и провязываем в столбик без накида предыдущего ряда столбик с накидом угу. вот красота красота. И совсем не сложно. Видите, как он будет дырявчатый, ажурчатый. Все, давайте до конца ряда. Сколько у вас здесь сделано еще дополнительно, да, петелек. В конце ряда я вас встречаю. Так, наша ажурная красота растет. Идем дальше. Закончили мы ряд вот столбиком с накидом. Да, в последний получается столбик без накида. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И далее мы должны провязать 3 петельки по узорчику. Раз, два, три. Итого получается 6 воздушных петелек. Далее смотрите внимательно. Накид. Вот у нас стоит первый столбик. Да? Мы провязываем непосредственно верхушку столбик с накидом. Есть. И далее рядышком в арочку, вот так же, второй столбик с накидом. Вот два столбика с накидом рядом. Две воздушные петельки. Раз, два. Теперь ныряем в арочку и провязываем точно такой же веерочек, который у нас был в первом ряду. Итак, столбик с накидом. Раз, Сюда же столбик с накидом 2, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И сюда же опять вернулись и провязываем столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. Угу. Далее возвращаемся обратно, да, спускаемся, повторяем то же самое, что мы провязали. 2 воздушные петельки раз, два. И вот у нас получается последний столбик. Да, перед ним мы провязываем в арочку столбик с накидом 1. И в него непосредственно в верхушку столбик с накидом 2. Вот, из нашего первого веерочка сформировался вот такая вот красота. Далее опять делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И присоединяемся вот наш столбик. Так, мы провязываем в него столбик с накидом. Дальше все то же самое. 3 воздушные петельки. Раз, два, три первый столбик провязываем столбик с накидом в арочку в следующую провязываем второй столбик с накидом далее идут две воздушные петельки раз два в арочку провязываем такой же верочек как в первом ряду раз столбик с накидом 2 столбик с накидом 3 воздушные петельки и опять вернулись сюда же и провязали опять два столбика с накидом раз и два две воздушные петельки раз два в начале провязали в арочку столбик с накидом и затем в последний столбик провязали столбик с накидом вот опять такая же красота опять делаем 3 воздушные петельки и провязываем в столбик с накидом столбик с накидом понятно да все давайте до конца ряда в конце ряда я вас встречаю так ажурчик растет закончили мы опять столбиком с накидом. Помните, да, здесь провязывали 3 петельки подъема, а потом 5 воздушных. Так вот, в третью петельку подъема провязали столбик с накидом. Далее, опять 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И здесь мы, получается, с вами будем делать всего лишь только одну воздушную петельку. Итого по счету у нас 4 воздушные петельки. А далее, смотрите, вот у нас 2 столбика. Так, верхушку первого нырнули, провязали столбик с накидом. Раз, Верхушку второго нырнули, провязали столбик с накидом 2. Верхушку 3 нырнули, провязали столбик с накидом 3. Понятно, да? Вот увеличивается раз 2, 3 столбика. Далее 2 воздушные петельки. 1, 2. Теперь смотрите внимательно. Получается вот наш веерочек, да? Первые два столбика. Первый столбик пропускаем, во второй столбик провязываем столбик с накидом. Есть. Далее в арочку провязываем 2 столбика с накидом 1 2 делаем 3 воздушные петельки раз-два-три и сюда же обратно возвращаемся в арочку провязываем 2 столбика с накидом 1 2 а третий столбик вспоминаете да провязываем вот в следующий сразу же столбик видите то есть вот у нас верхушечка нашего верочка вот такая вот будет дальше опять 2 воздушные петельки и вспоминаем провязываем точно так же вначале в арочку один столбик с накидом раз затем следующие два столбика с накидом провязываем столбиками с накидом и того получилось у нас три столбика с накидом вот так скажем трансформация нашего веерочка вот так вот происходит видите он так вот расширяется становится больше 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 дальше одна воздушная петелька и присоединяемся к столбику с накидом провязываем столбик с накидом все Дальше идет повторение. Воздушная петелька. Первый столбик провязали столбиком с накидом. Второй столбик столбиком с накидом. В арочку третий столбик с накидом. Две воздушные петельки. Раз, два. Далее первый столбик пропускаем, во второй провязываем столбик с накидом. Раз. Затем в арочку столбик с накидом. Два. Столбик с накидом. Три. 3 воздушные петельки. Раз, два. 3 и возвращаемся обратно точно так же в арочку столбик с накидом 1 столбик с накидом 2 и в следующий столбик столбик с накидом 3 2 воздушные петельки 1 2 и провязываем Вначале в арочку столбик с накидом и оставшиеся 2 столбика провязываем столбиками с накидом не сложно. Не сложно. Опять делаем одну воздушную петельку и столбик с накидом провязываем столбиком с накидом. К? Красота, красота. Вот наши веерочки постепенно растут. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Смотрите, вот, ажур становится все больше и больше. Итак, закончили мы точно так же. Воздушная петелька и столбик с накидом в последние получается три петельки подъема. Далее опять делаем 3 петельки подъема, раз, два, три, поворот. И теперь опять будьте внимательны, сразу же ни одной воздушной петельки не делаем. Вот у нас первые три столбика. Смотрите, как провязываем. В первый столбик провязываем столбик с накидом, во второй столбик провязываем столбик с накидом, в третий столбик провязываем столбик с накидом, да, то есть уже три столбика с накидом и в арочку провязываем столбик с накидом увеличивается до да? один столбик два три четыре по краешку две воздушные петельки раз два опять получается мы пропускаем самый первый столбик мы его не провязываем начинаем со второго столбика столбик с накидом раз следующий столбик с накидом два и в арочку провязываем такой же верочек два столбика с накидом раз два 3 воздушные петельки 1 2 3 и вернулись сюда же провязали 2 столбика с накидом в арочку так и следующие 2 столбика 1 2 тоже провязываем столбиками с накидом 1 столбик с накидом 2 столбик с накидом поняли да вот наша верхушечка тоже да видите, растет столбик 2 столбика 3 столбика 4 столбика дальше возвращаемся 2 воздушные петельки и и наша с вами задача провязать опять получается 4 столбика. В арочку первый столбик. Далее 3 столбика провязываем столбиками с накидом. Раз. Два. Три. И у нас получилось 4 столбика. Видите? Вот так вот трансформировался наш маленький верочек. Теперь он, видите, какой большой. Дальше что делаем? Сразу же переключаемся. Вот наш один одиночник стоит столбик. Мы его провязываем столбиком с накидом понятно вот такая красота получается вот так вот вы провязали да дальше провязать точно так же 4 столбика 2 воздушные петельки опять провязывайте первый столбик пропускаете 2 столбика провязали далее у вас идет опять верочек да и опять 2 столбика провязали последний вот этот не провязывайте 2 воздушные петельки и опять провязывайте 4 столбика с накидом и так вот до конца ряда угу. понятно все, давайте до конца ряда самостоятельно. Вы справитесь, у вас получится. А в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наши большие веерочки, да, уже такие вот огромнейшие, можно сказать, выросли. Дальше что мы делаем? Будьте внимательны. Здесь нам необходимо с вами будет набрать 4 воздушные петельки. Раз, два, три, четыре. Поворот. И тут мы с вами набираем еще 7 воздушных петелек. Раз, 2 3 4 5 6 7 и того 11 получается воздушных петелек далее мы с вами смотрите внимательно делаем накид и перепрыгиваем сразу же вот в арочку и провязываем в арочку 2 столбика с накидом 1 2 далее 3 воздушные петельки 1 2 3 и возвращаемся сюда же и провязываем опять 2 столбика с накидом 1 2 опять делаем 7 воздушных петелек. 1 2 3 4 5 6 7 но смотрите какая особенность сейчас получается мы перепрыгиваем вот сразу же к центральному вот этому вот нашему столбику делаем столбик с двумя накидами то есть вот два накида нырнули в верхушку столбика вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки 2 2 2 то есть мы такой ряд уже с вами провязывали помните 7 воздушных петелек, веерочек 7 воздушных петелек. Но это было, получается, у нас вот самый первый ряд нашего узорчика. И в силу этого, как бы, что то было начало, мы здесь провязали с вами столбик, смотрите, без накида. А здесь будет столбик с двумя накидом, поэтому мы здесь набрали аж 4 воздушные петельки. Поняли? То есть все. Вот это получается наш вертикальный раппорт узорчика. Раз, два, три, четыре, пять рядочков. Дальше опять повторяется. Раз, да, это первый ряд. Два, три, четыре, пять. Понятно? Единственное, что отличие какое, что здесь получается вот эти вот столбики будут с двумя накидами. Дальше опять 7 воздушных петелек, веерочек, 7 воздушных петелек, столбик с двумя накидами. Все. А далее повторение. То есть вы просто-напросто перематываете да, на начало и повторяете все то же самое до нужной вам длины. Веерочки, потом один, да, получается такой тоненький веерочек из двух столбиков, веерочек из трех, из четырех. И опять повторение. Понятно? Единственное, что не забудьте, что здесь будет столбик с двумя накидами. Все. Для тех, кто уверенно чувствует себя со схемками, я прилагаю сюда схемку, да, если вы умеете читать по схемке. Так что смотрите, ориентируйтесь, движите с удовольствием. Встретимся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите. Вот я связала несколько рядочков. Ну, получается еще один вертикальный раппорт. Да? Вот что по итогу получается. Красота! Красота! 5 рядочков, 5 рядочков, 10 рядочков, ну и начальный, да, получается 11. И смотрите, получается узорчик двусторонний. Вы можете делать так, что у вас верочки смотрят наверх, а можете наоборот перевернуть, да, и веерочки у вас будут смотреть вниз. Представьте, если это будет, например, топик, да, это низ, например, там топика маечки, да, вверх, получается, лиф будет сделан, например, там, ну, каким-то плотным рисунком, да, столбиками, там, с накидом, без накида, полустолбиками, а это, получается, будет опускаться вниз, и краешек такой будет волнистый, здорово. Здорово. Смотрите, данный узорчик можно применить куда. Ну, помимо, что маечки, топики, да, если это летняя пряжа, это зимняя пряжа, то это может быть палантины, накидочки. Могут быть, конечно, могут быть. Смотрите, возможно, это будет интересный шарфик, ажурный. А почему бы нет, несколько оборотов, да, например, вокруг шеи, снут, точно так же. В общем, я считаю, что узорчик очень удачный. Жду ваших комментариев, кто вязал данным узорчиком, что вязали, рассказывайте, какими ниточками, что у вас по итогу получилось. Давайте замерим. Если это же пряжа, этот же крючок, да, это же плотность вязания. Вот в моем случае я, получается, набирала 55 воздушных петелек. Так, это у меня получается вот 21 сантиметр. А здесь получается, да, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, десять. И начально это одиннадцать. Давайте по самому верхнему, да, как бы верхней точке замерим. Ну, вот 11 с хвостиком. 11 сантиметров. Здорово? Здорово. Вот такой вот летний ажурный узорчик. Вот так вот он тянется. И вот так вот он тянется. Здорово? Я думаю, да. Я давно его присмотрела. Ждала, когда уже появятся летние ниточки. Так скажем, можно будет его связать. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Чтобы узнать, когда на канале появляются новинки, делитесь с друзьями и с подружками, сохраняйте себе в плейлисты, чтобы посмотреть в удобное для вас время. Всем ровных петелек, встретимся в новых видео. Пока-пока.